На этом фоне официальный представитель Госдепа Джон Кирби заявил, что власти США начали изучать предложение России по военному сотрудничеству в Сирии для борьбы с международным терроризмом. Накануне глава ведомства Джон Керри выразил готовность его рассмотреть. И вот сегодня, по словам Кирби, уже началась предварительная дискуссия. Также он отметил, что предложение Москвы Джон Керри совсем скоро сможет обсудить на рабочей встрече с министром обороны Соединенных Штатов. Мы изучаем российские предложения о контактах по военной линии на определенном уровне. Конкретных сроков по поводу принятия решения пока нет. Предложение появилось пару дней назад, и сейчас идут предварительные обсуждения.